хорошая атака, 15-20. И вот она передача. Еще бросок. Еще один бросок, слушайте, прям после вбрасывания снова Демин. Хорош пас под чужую синюю, момент. Остается шайба в зоне. Самсонов. Хороший обыгрыш. Передача, момент. До броска дело не дойдет. Чудомех. Неплохой момент. Еще бросок. 5-4. Все-таки завершили эту атаку заброшенной шайбой. Там как-то сквозь всех эта шайба проскочила. Вот здесь в конек. Дальше там еще, по-моему, был рикошет. В общем, очень-очень непросто. Там было боку за эту шайбу побороться. С этого броска там шайба попадает. Неплохой перевод на ближний борт. И момент. И, пожалуйста, 6-4. Ну, у нас сегодня одиночными никто не стреляет. Только дуплетами и больше. Со входа в зону дотягивается Гох до этой шайбы. Хорошо оставил партнеру. Есть наброс. И Гох забирает эту шайбу себе. Хорошая передача на коротке. Еще дальше пас. Ой, даже до гола дойдет Самусенко. 7-4. Ну вот добрался он все-таки до своего хет-трика, а то мы переживали. Более рискованным, а потому из этого уже 15-20 в свое наступление перейдет. Передача раз, передача два, Самсонов, бросок низом, Демин. Нет здесь положения вне игры. Все чисто. Хороший бросок. Плохая передача. И момент, бросок. Зацепил Демин эту шайбу. Смирнов. Ну, отсюда можно бросить, кстати. Попали в соперника. И вот еще момент, но здесь Гох. Хороший мощный бросок. Снова Гох. В игру вступает. В средней зоне шайбом. Хорошая передача на свободный лед. Самсонов. Задел. Не хотел, но попал. Получит 2 минуты за это.
вот здесь, да. Эх, совершенно неаккуратно сыграл. Четыре минуты Самсонову. Не просто малый штраф. Здесь положение вне игры, значит, там, видимо, еще и кровь пошла у игрока синей машины. Потому что 4 минуты, ну а играть-то остается всего лишь 7,5. Ух ты, вот момент, кстати, зато в меньшинстве, это у 15-20. Они забили. Одна атака 15-20. Хорошо здесь, кстати, закомбинировали. Бросить только не удалось. Ну, в четвером, то кстати, 15-20 смотрится сейчас вообще даже поинтереснее. На три шайбы особо. Заканчивается большинством у синей машины. Там уже через 10 секунд появится оштрафованный Самсонов на льду. За эти 4 минуты синяя машина не создала вообще ничего. Ну, что может означать, наверное, только одно, что совсем уже в режим обороны коллектив перешел, чтобы, не дай бог, для них ничего не случилось. Спокойно додержать свои 3 шайбы преимущества до победной сирены. Опасный момент, прям собрасывание был. Лобачев. Хорошо ушел, но бросить дальше не получилось. 1,5 минуты до конца. Бросок, одно касание. Не самый удачный. Ну и машина здесь 2-1. Могла бы уйти, если бы там удалось от шайбы подцепить у их нападающего. Лобачев в подвороты. Не проходит. Еще один бросок Лобачева. Долго-долго думал игрок ХК 15-20, кому же эту шайбу отдать. В итоге отдал передачу в ногу арбитру. Но атака продолжится у белых. Здесь вылезли по радиусу, бросок, рикошет. Даст удаление. Нет, не дает арбитр удаление. Здесь бросок, Демин цепляет эту шайбу. Еще одна передача туда под ворота. Еще бросок и еще момент. Снова Демин. И снова Демин. Ну и вот здесь нужно, да, уже встречу останавливать. Пытаются забросить. 6 на 5 играем. Есть наброс. Далековато это отворот. Ну и, видимо, все. Пустые шайбы не залетит. 7-4. Завершился счетом 7-4. Победила команда «Синяя машина».